Липецкой области. В крупном ДТП погибла семья из 5 человек. Авария случилась ночью на трассе М4 Дон. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Машина врезалась в столб, после чего вылетела в кювет. Фото с места ДТП прислал нам наш гражданский репортер. Полиция говорит, что у пассажиров десятки не было ни одного шанса. Удар был практически лобовой. Тела из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям с помощью специнструментов. Ну, позже стало известно, что семья гостила у родственников в Москве и возвращалась домой в Белгородскую область. Жертвами аварии стали двое взрослых и трое детей. Лайф публикует списки погибших.